Это станция у нас на новом участке Люблинско-Дмитровской линии. Наш поезд отправляется в направлении Селигерской. А по другому пути подъехал поезд в сторону центра. Это, кстати, последняя станция глубокого заложения. Следующая Селигерская, она же конечная, уже Мелкого. А вот тут Лихобор до станции Дубровка. Линия проходит на значительной глубине. Посмотрим, как поезд поедет в сторону центра. Вообще эту линию собираются еще дальше продлять вот в эту сторону до поселка Северный. Это отдаленный микрорайон, который находится за Московской кольцевой железной дорогой. Так, вот у нас эскалатор. Ну вот, проехали практически эскалатор. Все новое. В прошлом или позапрошлом году тут открыта станция. Причем этот выход был введен в эксплуатацию позднее. Изначально работал только лишь выход к Кельменскому проезду. А сейчас мы попадаем на четную сторону Дмитровского шоссе, а также к Бескудниковскому бульвару. На развилочку. Выход номер два. Четная сторона Дмитровского шоссе. Посмотрим еще раз на вход. Вот сюда вот Бескудниковский бульвар пошел.
А здесь вот домик по Дмитровскому шоссе. 66 такой интересный. Его называют еще избушка на курьих ножках. Хотя это вполне себе обычный девятиэтажный дом. Ну и вот здесь вот жилой комплекс, который все рекламировали в метро тоже. Новые здесь совсем кварталы построены. Такая вот станция метро Верхние Лихоборы.